сказать только, наверное, одну мысль, что за, наверное, последние 8 лет жизни, ну, возьмем, ну, 10 лет жизни, я не слышала столько гадости, то есть все вместе собрать, сколько я получила их за последние 2 недели. После того, как я на Яндекс.Дзен вышла и стала популярной. То есть с тех пор, как стали крутить мои произведения, их там сейчас посмотрели около, наверное, 700 тысяч. Дочитали. Вот. И столько комментариев я получила, таких гадких, столько я мата прочитала, столько ненависти. И то ненависти как с той стороны, что я слишком хорошо живу, ненависти, что я слишком плохо живу. То есть, ну, я не знаю, не так трудно. Я сейчас думаю, это одна проблема. Вторая проблема, что я до этого считала, что как бы я живу, и мне достаточно той красоты, которую я имею. Теперь мне постоянно говорят, что я старая, страшная, там, толстая, у меня то не так, все не так. Я вообще, я в шоке. Я не знаю, что дальше делать. Может, мне говорить, что ничего не бывает. Постоянно все это закончится когда-то. В каком смысле закончится? Ну, что-то другое начнется. Вот это вот именно закончится. Ох, такая вот жизнь. Всем привет. Здравия. Далее.